Доброе утро. Мы вчера хорошо поиграли в доту с целой командой. Я уже практически набрал 5 человек, периодически бывает. Мне надо вот набрать 5 человек, пока доиграть в собственном месте. Наигрываться, прокачиваться, снимать контент, потому что он очень хорошо растет, да и в целом интересен для блогера. Для начала, это круто. Погодка, кстати, вроде получше. Но я на всякий случай застегнулся. Не помешает. Хотя бы нет снега. Все растаяло. Но в комнате очень холодно. Потому что еще окна заклеены. Холодновато. Свет практически не проходит. Но вот я говорю, а днем там жарко, это, конечно, плюс. Но а так, когда пасмурно, это тильник. Теплело получше чуть-чуть, но не знаю, насколько, надолго ли это. А так вроде даже солнце, прям сильно, ветерок нормальный, такой северный. Сейчас выпьем кофейку, нормально, двигаемся. Оказывается, сегодня только пятница. Я что-то думал, что пятница вчера была. Еще вот сегодня 2 дня, и по идее выходные. Тоже мимолетно. Видите, все задачи, планы сделал. Надо фотки проработать. Да туда заморочиться. Сделать фотографии, потому что очень много материала на фотике. Надо как-то все это почистить. Короче. Практически на работе уже. В целом. Я первый, собственно, проветрим чуть-чуть. Так, ну что, ребяточки. Собственно, посетила меня идея, а что если стримить, как на обычной работе? Ну, в плане того, что 8 часов, 12 часов, вот, то есть, как график обычной работы. В целом, на работу тратится очень много времени и годы. А если подойти серьезно к этой всей истории? И стримить 8 часов, вот как смена. Это же много контента и прочее. Мне кажется, это интересно. Хотя бы попробовать. Вот как только будет у меня возможность в плане и времени, или, скорее всего, большего помещения, я буду просто вставать раньше, начинать стримить. И да, просто вот 8 часов с утра запускать, как на обычной работе. То есть сделал зарядку, позавтракал, там приготовил еду, запустил, делаешь вот свое, так сказать, дело. Потому что это на самом деле очень хорошо бустит и прогрессирует по сравнению с обычной работой, конечно, это совсем иначе. Это, может, тут постоянный буст. Растет медийка, делаешь имя. Им потом приносит огромные и деньги, и возможности на те же какие-то путешествия еще прочее. Об этом подумал, такое, блин, эврика, это же просто гениально. Типа, смотрите, сейчас 3 месяца, лето пролетит быстренько. По поводу вот этих всех покупок, что постоянно мне хочется купить. Ну, благо там мелочевка, я просто из-за того, что перфекционизм, и как-то себе тоже хочется порадовать в плане вот какой-нибудь там светильник, раз там взял, уже картинка приятнее. Но, блин, когда ты живешь в общаге, какая-то там картинка, не картинка, как бы там не благоустраивал там, шкаф с вещами, но типа выглядит это все равно отстойно, поэтому нет смысла тратить на это вообще какие-то там средства. И, конечно, на самом деле практика показывает, что зрителям вообще насрать просто, особенно в игромире, какая там картинка, потому что есть чуваки, которые стримят там, у них есть огромные возможности, то есть там просто колоссальные возможности, они стримят на самый дешевый микрофон, вообще там рублей за 300, и самую дешевую вебку, но играют хорошо на уровне и как бы коммуницируют. Собственно, на стримах, и там огромный онлайн, 11 тысяч онлайн. Сделал не в этом. А вот я все хочу качество, но у меня уже, конечно,
крутое качество, это смотрибельно, это круто. И мне вот и корж говорил, блин, как бы все топово. А вот все равно хочется какую-то хрень купить, там раз повесить на стенку, чтобы было поинтереснее. Хотя я сейчас смотрю, ну мне нравится эстетично. Вот насчет цвета, все думал. Тот цвет, который я продал, сейчас дорогой. Ну и, конечно, модель сейчас намного лучше есть. Его нет смысла. Короче, я сейчас фокусить буду внимание вот на контенте, на нарезках, самое главное, и блоги. Ну все, надо подойти серьезно, уже как бы и мерч, и в целом аудитории очень много. Это работа, просто надо вот сфокусировать внимание на не на легких вещах, а-ля купил там типа и все поплыло, а именно на самых важных, которые даже и денег не требуют. Это вот контент, понимаете? А я все время хочу что-то купить, там, типа, улучшить технику и еще что-то, а-ля это поможет. Нифига, это дело не в этом. Дело не в технике. Но сейчас, видите, все равно пошел рост канала. Я говорю, каждый вот 3 месяца чем-то занимаетесь, нормально как бы ответственно, там, вот как, в принципе, я систематизированно даже больше сказать. Оно идет. И вот сейчас у меня рост по доте, там уже команда собралась. Игровой канал начинает расти. Плюс начинает вот расти влога, уже 4100 человек. Доделываю свое дело, и потом уже, собственно, я хочу кое-что попробовать. В плане прям ответственно подойти к этому самостримингу. Но для этого у меня где-то 4 месяца еще есть на подготовку, так сказать. Посмотрим. Я думаю, что это гениальная мысль. И, в принципе, это очень хорошая тема. А так вот себя сдерживаю. С другой стороны, хочется нормальную флешку взять, чтобы это все не лагало. А сейчас эту неделю тоже погода будет отстой, скорее всего. Так что вряд ли я похожу по это, поснимаю. Поэтому на этой неделе она мне нужна. Если что, быстро ее можно купить, она в течение 2 дней приходит. Как бы не газуется этим. Штатив этот, держатель ждать где-то, наверное, неделю или 2. Ну, короче, подумаю. А насчет куртки я что-то думаю, блин, слишком много меня, типа, слишком много мерча, и нет смысла ее брать. Как-то подзабью. Да, в принципе, нет какой-то тяги. Вот она идет своим чередом, я там расписал. То, что как. Вот что-то светильник захотелось, он 500 рублей стоит. Потом думаю, блин, у меня вон лежат, они же не видны в кадре, может их повесить. Короче, не знаю. На вторую камеру вот хочется. Типа на камеру телефона, чтобы было видно светильник на фоне для узнаваемости. Ну, пока нет, не знаю, нам, не нам. На завтрак. Всем приятного аппетита. Но мысли хорошие. Мысли очень даже хорошие. Наконец-то порядок. И в целом вот эта вот погоня за каким-то бредятиной закончилась. Сейчас, не знаю, на этой неделе надо разобраться с файлами, с фотками. Доделать, так, разобраться с файлами, с фотками. Доделать Boosty. Все четко, чтобы было. А потом уже подключить на стримах камеру, потому что иначе она просто лежит 5 дней, когда я на работе, да. А так хотя бы на стримах и качество хорошее и прочее. Плюс ее даже без штекера можно подсоединить, чтобы она питалась, так что все норм. Фух, ну все на этом, да, вот эти ключевые особенности. Ну, остальная дисциплина я, в принципе, уже держу и рилсы выкладываю стабильно. Так что нормально. По ВК тоже выкладываю клип. То есть все у меня уже на потоке стоит четко. В соцсетях всех разбаню, пускай пишут, что хотят. Все равно я ничего не читаю абсолютно. Сейчас уже другой совершенно уровень пошел. Так что так. Пускай выплескивают свои как бы негативные или позитивные эмоции. Пишут, коммуницируют. Просто это даст мне охваты. А охваты даст мне больше внимания к имени, так сказать. Так что я что-то подумал, блин, проще мне разбанить вообще всех, кого только можно. Надо спешить, потому что практически вот именно ответственно и более-менее как бы продуктивно я только начинаю этим всем заниматься, можно сказать, 2 или 3 месяца. Потому что постоянно смена площадок, смена как-то, что-то не так делаешь там, меняешь. Так что отсчет
только пошел, поэтому спешить некуда уж точно. Я рад, что вот определенные сегменты занял по фотографии, да, что могу вот эту стритуху снимать, она неплохо набирает, особенно когда прогулки там по Патриков, Москвы, это, в принципе, интересно, так можно по городам ездить, это своя ниша, я ее, в принципе, занял. Да, окей, там какие-то просмотры, то есть я уже чекаю, что, что выложить, чтобы там типа просмотры, понимание есть. А по доте тоже все четко, абсолютно знаю, куда идти, как делать, как расти, как двигаться в этом всем направлении. По стримам тоже, в принципе, ну вот надо пробовать, типа, чтобы это было как работа, 8 часов ты должен стримить, в принципе, там с утра раньше вставать, стримить и выключать, ну то есть такая история. Это, конечно, интересно. Я думаю, это тоже свою продуктивность даст. И... Но это буду пробовать после того, как расклею все наклейки. Пока сейчас по мере необходимости действую. Сейчас вот надо утром кашу есть. На это все купить орехов там по мелочи. То есть такое. Короче, базовые вещи и доделать дела. Через, в общем и целом, через 4 месяца я смогу 10% от доходов, собственно, со стримов, со всей этой истории, с донатов, я буду все полностью в развитии. Либо в листовке, короче, в пиар-компанию вкладывать. И вот так вот бустится. Короче, отнесусь уже ответственно. Но пока, чтобы не бежать вперед паровоза, надо доделать именно там с питанием, наладить как-то со своим режимом. Ну, режимом все четко. Так, с вредных привычек нет, с питанием, вот зарядку делать, какой-то тонус. Ну и чтобы не париться лишний раз, благо все сейчас нормально, не парит, как бы, все отлично. Нужно прогрессировать, так сказать, в своем творчестве, уже наконец-то настало время этому это делать. Как бы вы бы знали, как долго я к этому шел вообще. Ну, прошли очень колоссальный промежуток времени, не знаю, как вокруг да около, типа, ну, сейчас путь, так сказать, прям очертан, куда, что, как идти, как-то все в медиа работают и прочее. Нормально, есть идеи, хорошие идеи. Смотрел свет, помните, я хотел купить как-то, сейчас смотрю цены, блин, на этот свет очень дорогие, ну, не купил. Опять же, там такая тема, что надо переставлять, как-то все это делать. Потому что раньше у меня по-другому стояло. Раньше у меня было 3 монитора, ну, включая с ноутом. Сейчас надо как-то заморачиваться, потому что я ставил на штатив фотик, но достаточно далеко просто кадр. Опять же, может как-то приблизить надо. Что-то я не смог разобраться досконально. Такая история. Так что остался без света, да и в целом пофиг. Сейчас вот попью чайку. Смотрел Тихомирова чуть-чуть, пару. Ну, там пару минут максимум. Интересно, просто как становление бренда интересно. Пиарит. Сейчас уже не осталось фотографов, которые снимали только прям такие. То, что я раньше снимал. Что все раньше снимали. Сейчас такого нет. По поводу флешки надо все-таки брать, потому что скорость чтения, да, это важно, на всех новых камерах это важно, просто я это не учел, на самом деле. Почитал, посмотрел на YouTube, все это распознал, да, проще ее купить там за полторашку и все, и забить. Насчет вывески думаю, может маленькую вывеску просто для красоты себе там возле рабочего стола поставлю. 500 рублей где-то стоит, 500, может даже дешевле, пока думаю. В целом я уже одну такую продавал. Продавал на 200 дороже, так что можно взять. У нас 4, я сейчас поем. И, собственно, посмотрю, наверное, на аналитику ошибок по доте. На по доте пошли подписки, все, в принципе, супер. Вчера задонатили 100 рублей, очень приятно. Так, что хочу сказать. Попробую найти игру на Леоне. Все, всем приятного аппетита. Чаевые 500 рублей мне оставили, я безумно рад. Как раз мне нужен там на самом деле картридер для телефона и для этого, получается, ПК, чтобы просто вставлять телефон и сразу скидывать это в архив, из архива уже выбирать фотографии. Так намного будет проще делать,
и не будет двойной работы. А иначе, когда ты ждешь, ну, это достаточно долго. И плюс вы первыми, кто подписался на Boosty, может смотреть этот архив. Архив там стоит, не знаю, а-ля 50 рублей, что ли, подписка, или 100. Ну, то есть символически я поставил. И все фотографии, исходники вы можете смотреть, как бы делать, как себе нравится, да, потянуть, если хотите. Ну, конечно, использовать их нельзя, потому что они авторские. А так, поиграться с ними, посмотреть именно сами файлы и увидеть все работы первыми, пожалуйста, вот можно благодаря подписке Boosty. Так что я сейчас думаю насчет этого картридера, штатива. По поводу флешки тоже решено, что ее нужно брать, потому что скорость записи будет, ну, совершенно другая, и, естественно, будет фотографировать намного комфортнее. Возможно, во вторник пойду фотографировать с корешем, ну, пока не знаю. Сейчас поем кашки, попью чайку, один клиент, и, собственно, уже день заканчивается. Это потрясающе, я абсолютно налегке, работаю в свое удовольствие, мне это нравится. Нравится, что вот по доте тоже продвижение идет. Сейчас я сильно не спешу с этим, потому что у меня есть важные вещи, которые надо сделать. Это обработка фотографий. И вот, собственно, до 16 числа, получается, сделать блог, видеоролик, какое-то послание. Я там себе сценарий короткий накатал, как бы сделал. Так что так. Все. Буду есть гречку, потому что геркулес закончится, я забыл что-то купить его. Ну, зато было много гречки, добавил сироп, который мне подогнали. В целом будет неплохо покушать на вечер, потому что еще играть в доту, плюс сейчас стричь, и усну я часа в два. Вот я уже иду домой, быстро пролетело время. Думал, что знакомый, кстати, последний. Оказывается, нет. Клиент салона. Так что... Я еще быстрее управилась, оказывается. Потому что бывает, если знакомо там, ну, либо разболтаешься, либо у кого-то там длинные волосы дольше. А тут как бы на легке раз, на изи. Ну, тоже не первый раз я уже стригу. А так, в целом, формат у меня сегодня впервые, на самом деле, именно с фотографией. Нормально набрал 40 лайков, 4000 просмотров. Просто вот шортс. Я буду продолжать это делать. Пройдет время, и очень много нужно будет. У меня есть одна идея. Тоже одного хочу балабола просто, который рассказывает там про какие-то сказки. Про кэш, которых он, в принципе, не получает. А-ля просмотр есть, да там все есть, но трафик никуда не льется, нет рекламы, даже у меня, посмотрите, то есть у меня фактически нет просмотров, не такая большая аудитория, ну то есть это не 4, у него там 4,5 миллиона подписчиков, охренеть, и 15 миллионов в ТикТоке, а трафик миллион там, где рился, ну то есть... А трафик никуда не идет. Но там одна реклама какого-то приложения, типа для Reels, и все. Но это нет такого выхлопа там на миллионы какие-то. Рассказывать про 2 миллиона в месяц. Ну, кринж. Смотрите, даже у меня вот на маленьких оборотах у меня получается донаты. Раз. У него даже донатов нет. Донаты. Потом Boosty. Потом Avanmarket. Ну, то есть, в принципе, три. Уже фактически три рекламы. Три, представьте, куда льется трафик. Плюс еще и услуги. А, ну, услуги, ладно, у него тоже заказы там, фотосессии. Не знаю. Ну, какой-то кринж. Блин, может быть, фотосессия, но я что-то думаю, что он ничего не снимает. Интересно, кстати. Потому что, как не увидишь, всегда на Патриках, возле кафешки.
Я думаю, что это все балабольство. Там просто, наверное, 95% балаболов вообще рассказывают. И вот эти вот шоу, сколько вы зарабатываете, тоже просто кринж полнейший постанова. Мы как-то вот с корешем гуляли там, видели этих инфо-цыган, которые подходят, рассказывают просто, блин, такую чушь. Причем, кто реально там зарабатывает, они просто там не слоняются. Они живут совершенно по-другому и двигаются, естественно, по-другому местные, кто именно с Патриков. А там одни вот типа меня едет через, считай, с Первомайки до этого. И он тоже на Первомайке живет, кстати, мой сосед. Не знаю, мне кажется, ему бред, короче. Гонит хрень. Просто я не понимаю, зачем ее гнать. Типа, я могу понять, если ее выгодно гнать, как там на телеке что-то рассказывают, дичь, чтобы было что-то. А тут как бы... Нет. Это не суть, не мое дело, просто, я, блин, мне интересно было это разобраться. А мне вот нравятся эти именно фотографии, ну, то есть без постанов каких-то, а именно фотографии, когда ты снимаешь бэк, с, как снимаешь... с камеры, и потом уже результат. Ну, даже без результата, просто как снимаешь с камеры, все это снимаешь на телефон, типа бэкстейджи. Вот как я начал делать. Мне это нравится. КЗ, ну так уж давно делают и в Европе, и в Америке. И вот этот человек тоже делает. Но он еще постанова у него в основном. КЗ, он все хейтит, что вот, он копирует стиль, этот стиль уже давно есть. Это как я бы рассказывал, что я придумал андеркат, как бы стрижку, который там в половине фильмов от Ярости, там Острые Козырьки и прочее есть. Ну, то есть полная хрень. А я бы сказал, не, это я придумал, ребят. Я стригу так, значит, я придумал. Ну, то есть, блин, бред. Денек. Собственно, я еду домой. Пока не успел я доехать, тут чувак уже хейтит, да, типа, вот, копируют и прочее. Да ты же сам копируешь, все копируют как бы друг друга. Ну, я вот просто не могу скопировать 100%, у меня все равно чуть иначе получается. Но не меня хейтят, других. Я скидываю, типа, конечно. А мы смеемся. Скидывай. Вот я и дома. Сейчас помыть ноги, переодеться и запускать. Сверемчанский. А Дота, я прям соскучился реально. Обалденно. Сейчас будем делать контент.